ярче, светлее, светит солнце, и жить веселее. Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня свою концертную программу «Дорога к солнцу» Народный театр эстрадного танца «Мираж» посвящает празднованию 65-летия Великой Победы. Концертная программа начинается с премьеры. Хореографическая сказка про Калинку, про Малинку и зловредную плесень. Лауреат третьей степени третьего международного конкурса «Вечность, гармония, грация» на приз народного артиста России профессора Бориса Бригвадзе, город Санкт-Петербург, 2009 год. Ваши громкие аплодисменты.
контраст. Елочки, Калинка, Малинка, участники хореографического коллектива «Колокольчик», зловредная плесень, солистка Светлана Балашова и ваши громкие аплодисменты. Тихо, тихо, словно мышка, в доме бегает малышка, очень маленького роста, и одета слишком просто. То не гном и не ребенок, а обычный домовенок. Thank you.
солистка Екатерина Габдулкабирова. А сейчас, дорогие друзья, на нашей сцене премьера. Шуточная хореографическая зарисовка «Думы». Впервые на сцене хореографический коллектив «Горошек» в сопровождении солистов группы «Колокольчик». Все, все мы думаем, знаем, все, все мы думаем, а он не все, наши ложь мы.
Лауреат третьей степени 10-го краевого фестиваля детей и юношества «Наш Пермский край» в 2008 году исполняют артисты театра танца «Мираж». Thank you.
программа «Танцы Мираж» и лауреат Всероссийских международных конкурсов Солистка Народного театра эстрадного танца «Мираж» Екатерина Галкова-Кадырова, ваша крупная громкая аплодисмента. Собирайся весь народ, зашмелем, пойдем в поход. Катя, Лиза, Ирина, Юля, Влада и Марина, одевайтесь побыстрее, выбегайте поскорей. Thank you.
сном или погода для вас исполнили солисты хореографического коллектива «Контраст». Ваши аплодисменты. Тихо ходят ходики, водят хороводики. Так идет за годом год. Время движется вперед. Комната наша чистая и светлая.
светла, с ясной улыбкою мама вошла. Легкое платье сегодня на ней стало мне вдруг веселей и светлей. Светке синица пропела тинь-тинь. Детка, вставай, начинается день. Воспоминания, воспоминания.
Они все больше переполняют меня, и вот уже рвется наружу звучащий в голове мотивчик давно забытой песни.
солистка Ирина Брызгалова и хореографический коллектив «Колокольчик». Дорогие друзья, а сейчас вы увидите хореографическую сказку. Новый сказ про муху, муху-цокотуху. Задумывалась как проект, посвященный памяти замечательного краснокамского хореографа Галины Афанасьевны Штейнберг. И была исполнена впервые на вечере памяти души исполненный полет. Затем артисты менялись. Менялись роли, и сказка приобрела несколько другую окраску, с которой мы вас и познакомим. Обидели муху, обидели. В ней просто букашку увидели. Подумаешь, муха, попалась в сеть, и ни слуха, ни духа. Расстроена муха, расстроена, жужжит она силой устроенной. Спасите же муху, спасите, и помощь скорей окажите. Везучая муха, везучая, к ней рать собралась могучая. Подумаешь, муха, обычная муха, а сколько друзей, и не только по слухам. Дорогие друзья, лауреат Серебряного созвездия Вены в Австрии в 2008 году новый сказ про муху, муху-цокотуху. Встречайте! Thank you.
почетному жителю города Краснокамска, замечательному художнику и хореографу Галине Афанасьевне Штемпер посвящается «Тарантелла».
загорелась. Я тебя уж не увижу. Нет ни встреч и ни прощаний. Только душу обжигают злой войны воспоминания. Памяти павших в боях за Родину посвящается хореографический диалог «Судьба». Лауреат 10-го краевого конкурса «Наш Пермский край» в 2008 году. Лауреат 3-й степени международного конкурса
«Вечность», «Гармония», «Грация» в городе Санкт-Петербурге в 2009 году. Итак, встречайте, хореографическое полотно на Ивана Купалу. Thank you.
задумчивых, никогда не унывающих, смело новшества внедряющих, сытой жизнью не балованных, в обращении не скованных, в мир смотрящих, как мечтатели. Вот они, мои приятели. Потому что так много нового для себя увидела.
Но нет, наверное, у этого коллектива столько творческих идей, что просто не знаю, когда они успевают их вообще воплощать. Я хочу пожелать этому коллективу еще очень много таких новых идей, чтобы они нас радовали всегда своим искусством, чтобы творческий потенциал только рос у этого коллектива. Потому что этот потенциал у них есть, раз появился уже вот новый, самый, да, молодой коллектив, хороший, да, совершенно замечательный. Ну и, конечно, восхищаюсь руководителем этого ансамбля, Ирина Викторовна, вам наши аплодисменты. Дорогие друзья, вот и подошел к концу еще один театральный учебный сезон в нашем дворце. И очень приятно, по количеству зрителей в зале можно определить, что количество поклонников художественного руководителя, балетмейстера, хореографа Ирины Викторовны Деминой растет год от года. Также и количество поклонников Народного театра эстрадного танца «Мираж». Это очень работоспособный коллектив. В этом сезоне они побывали в Санкт-Петербурге, в городе Казани. Но я думаю, что коль они уже и дальние зарубежья освоили, то, наверное, пора уже на межгалактические конкурсы выезжать. Поэтому позвольте от себя и от вас лично поздравить Ирину Викторовну с завершением очередного сезона. Пусть их будет очень-очень-очень много. Пусть будут талантливые такие же, как сейчас вот у вас, участники, чтобы они вас и нас только всегда радовали своими выступлениями, дипломами и, конечно же, талантами. Всего вам доброго, хорошего, удивительного, такой прекрасной женщине, как вы, Ирина Викторовна Демина, и такому отличному руководителю. Браво! Здравствуйте, дорогие друзья. Мне бы хотелось, конечно, поздравить прекрасный коллектив, Ирина Викторовна, вас. Но я так думаю, что, наверное, отдельной строкой вот в этой истории, в истории театра танца «Мираж» стоят родители. И я поздравляю вас всех, потому что в зале, конечно, большинство родителей, родственников вот этих замечательных детей, родители стоят за кулисами. И это прекрасно, что вот есть такая преемственность поколений. Вы даже обратили внимание, я сейчас зашел за кулисы, как старшие девочки, вот от всех этих маленьких. Ну, в принципе, и в номерах все это видно. Вот Ирина Викторовна как-то умеет это делать, какие-то есть свои приспособления, свои секреты. Вот за это я хочу, чтобы вы поаплодировали родителям себе и девушке за кулисы. Человеку, который, в принципе, с Ириной Викторовной на протяжении уже многих лет, это концертмейстер. Ольга Вячеславовна, если вы в зале, пожалуйста, подойдите на сцену. Вы в зале, Ольга Вячеславовна? Ну, даже если у вас нет, вас аплодисменты настигнут. Поаплодируйте Ольге Вячеславовне, а если это на редакции. Ну, а я бы хотела еще сказать слова благодарности, огромной благодарности, конечно же, старожилам этого коллектива, солистам Народного театра эстрадного танца «Мираж». Итак, Наталья Ивановна. Екатерина Габдулкадирова, ваши громкие аплодисменты. Спасибо вам, а я приглашаю духовного родителей и хореографического коллектива.
и днем, и ночью вот что. Все ходит, вот смотрит. Пойдет направо, песни заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший идет. Русалка на ветвях сидит. В этом году у вас был год, будет премьер сказок. И вот хочется, я вспоминала очень много сказочников, но не вспомнила ни одной женщины. И просто хочется сказать, что вы как хозяйка медной горы все творите и творите, все новое и новое. И как хозяйка медной горы хочется подарить этот желтый букет роз, да? Уважаемая Ирина Викторовна, от лица родителей детского коллектива «Делающих хороших» хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы проведете наших детей в мир искусства. Ваш упорный труд всегда вознагражден, к нему триумф приложится бесспорно. И нет сомнения в этот праздник в том, сегодняшний концерт для нас – начало лишь дороги, красивый, полный радостных побед и взлетов самых ярких и стремительных. Еще не раз порадуют успех, ждут впереди все новое открытие. Спасибо вам большое. Ну что ж, дорогие друзья, еще...